ситуации как можно быстрее. Нужно начать нормальное сотрудничество. Но что дополнительно можно сказать? В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, это продиктовано в том числе давно накопившейся такой обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, на то, что суверенитет-то ограничен. И в рамках, кстати говоря, военно-политических союзов он ограничен официально. Там прописано, чего можно, чего нельзя. А на практике это еще жестче. Ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну, там, далеко. Повторяю, в мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и для собственного развития. Индия обладает суверенитетом. И мы знаем, вот я хочу сейчас сказать господину премьер-министру, я никогда ему не говорил, хотя мы вместе с ним вот вчера с глазу на глаз долго беседовали несколько часов, в прошлый раз несколько часов, но сейчас ему хочу сказать публично. Мы знаем позицию премьер-министра Индии, индийского руководства, индийского народа, индийского государства по поводу всех попыток склонить Индию занять выгодную кому-то, но не индийскому народу позицию в отношении России за последние несколько лет. Индия, опираясь на свой суверенитет, на характер своего руководителя и на свои национальные интересы, не идет на поводу у этих требований, у этих советчиков. Но таких стран, как Индия, не так уж и много в мире. Это правда, просто мы должны это иметь в виду. Вот Индия такая страна, Китай такая страна. Сейчас не буду перечислять, есть еще страны, но их немного. Вот если вот такие попытки кем-то руководить внутри страны или вовне с помощью недостоверной информации будут продолжаться, они будут наносить ущерб международным отношениям. Но, повторяю еще раз, я этим хочу закончить ответ. Это должно когда-то закончиться. So the reason, one of the reasons...